по второй части, по воротам. Значит, вот это моторы. Эти ворота уже гораздо больше гаражных. Тут нету ни концевиков, ничего. Просто идет по два провода на каждый мотор. Крайние точки фиксируются вот этими вот концевиками, которые встроены тут в самих актуаторах. Я показывал на видео устройство актуатора. Вот идет один провод, второй провод. На улицу я не захотел ставить концевики, чтобы они не окислялись, там никаких не было проблем. Поэтому все собрал на таймерах. Сейчас покажу устройство. Вот коробочка. Это блок питания черный тороидальный. И вот у нас стоит сам радиорелейный блок с кнопками. Радиокнопка. И вон два таймера. Три, по-моему, даже там таймера. Уже не помню схему, если что. Простите, я в комментариях брошу. Вот это блок питания тороидальный. Вот это сама от брелка. Радио. Это антенку я доделал. Радиоуправление. А вот это уже стоят таймеры. Ну, я его всегда выключаю с розетки, потому что на всякий случай, короче, я выключаю просто с розетки. Вот, при включении, вот мы видим, включается красная. И сейчас таймер сработает, задержка на открывание, вот синяя загорелась, на открывание второй створки. То есть с этих там 7 секунд, по-моему, я ставил. Их достаточно для того, чтобы створка отошла и пошла открываться вторая створка. То есть она там друг другом прижимается. Ну, такой брелок. Эти ворота я сделал на... Заказал радиокнопку на 315 МГц. Те у меня на 433. Вот так вот оно работает. Вот на другую сторону. Вот одна закрывается, вторая сейчас пойдет. Вот через какую-то задержку пошла вторая. В принципе, достаточно этих моторов. Таскают эти ворота. Там размер по 2 метра. 2 на 2, по-моему, створка. Даже 2,50 высота на 2. Всем спасибо, подписываемся. Пока.